Этот фильм прислали нам мастер, семья мастеров, которая проживает в Узбекистане. У них свой бизнес, они занимаются альпийскими горками. А вот это их первая работа. С вот этого они начали, и посмотрите, каких успехов и какие серьезные работы делает эта семья мастеров с Узбекистана. Они живут в Ташкенте, под Ташкентом. Вот смотрите, это скульптор, вот она делает вот такие интересные работы, и уже муж ее тоже занялся арбитоном вплотную. То есть они развивают свой бизнес, и видите, и орлы, и много, видите, всевозможных работ, которые делают эти мастера. И вот, смотрите, приходится варить самому каркасы. Ну, это, видать, какие-то застолья, праздник попалась, фотка. Здесь это Восток, дело тонкое. И смотрите, какая интересная особенность. Я заметил, все люди, которые занимаются спортом, они как и в спорте, и в работе, и в бизнесе добиваются больших успехов. Смотрите, вот и эти львы, и всевозможные вот малые формы, слоны. То есть они берутся за любой сложности работы и делают их очень хорошо. Смотрите, главное начать и не бояться. И вот видите, неважно, кто это, мужчина, там, женщина, то есть важно желание и, видите, как, смотрите, сколько работы, это какое-то трудолюбие делать такие авторские работы и пытаться реализовать их у себя, будем говорить, вот в своем бизнесе. Ну, я понял, что они вот высаживают вот эти вот растения и параллельно занимаются арбитоном. Ну вот такой вот фильм, смотрите, уже это второй фильм мне прислали, очень много работ, вот именно такая большая работоспособность, и вот дети их занимаются спортом, там чемпионы, средние чемпионы Узбекистана по боксу, то есть это вот видите, как это в генах заложено, вот желание именно трудиться, работать и, ну как бы добиваться каких-то успехов. Ну, вот, глядите, вот такие вот мастера и пытаются по фильмам вот, нарабатывать технологии и просто брать делать работу. Посмотрите, слон, реальная работа, представляете, слон в Узбекистане.